Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин, я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. И сегодня я хочу рассказать об очень интересной писательнице Бьянка Пицторна. Я раньше не был знаком с ее книгами, не слышал даже упоминаний. Не знаю, переводилась ли она на русский, но сейчас у нее выходит книга за книгой, и я очень рад, что есть Самокат, да, который издает уже вторую большую повесть Бьянки Пицторна. Это итальянская писательница. Она родилась в 1942 году, и, в общем-то, ее повесть первая, с которой я познакомился, «Послушай мое сердце», одна из самых впечатливших меня детских книг за последние годы. Это потрясающая совершенно вещь, и я хочу вас познакомить со второй ее книгой, вышедшей в «Самокате». «Послушай мое сердце» – один из образцов школьной повести. Это не просто нравоучительная вещь, это вещь, которая рассказывает о жизни детям очень многое. И я думаю, что вы ее оценили по достоинству. Перед нами путешествие, удивительное путешествие Полисены Парасевова. Мне все нравится в этой книге, даже название. Название – это игра слов, которая очень удачно, на мой взгляд, передана переводчиком. Вот это вот Парасевова с двумя «л», которая передает звучание итальянских слов, учила, торчела, да, совершенно потрясающе найдено, потому что в точности соответствует тому, что вы видите на картинке, на обложке. Здесь девочка, ее зовут Полисена, она бежит, куда-то увлеченно очень стремится. В одной руке у нее сундучок, в другой руке у нее поросенок. Вот этот поросенок и сундучок, это все в точности так и есть. Полисена Парасевова, это ее замечательный цирковой псевдоним, раскроем немножко интриги. И эта девочка героиня повести, которую можно условно назвать повесть-сказка. Но только, пожалуйста, не думайте, что речь идет об очередной книге, бесконечно сусюкающей о жизни принцессы, тяготах этих коронованных особ. Да, действительно, здесь у нас действие, часть действия происходит в королевских покоях, часть действия происходит среди аристократии, и вообще здесь у нас есть подкидыши, подмененные младенцы, лица королевских кровей, интрига, приключения в бродячем цирке, короче, все сказочные приметы. Но когда вы начнете читать эту книгу, особенно здорово, если вы начнете читать ее вместе с детьми, то тогда вы увидите, что это удивительная сказка, и она совершенно не похожа на сказку, которой мы ее знаем. Здесь сказка полна таких реалистичных деталей, которые так здорово вписаны в сам текст, вот являются органически, стилистически ей присущими тексту, что в этой сказке по сюжету все, что должно происходить, ну, скажем так, условно, потому что здесь есть история подкидыша, даже двух подкидышей, здесь есть история маленькой девочки, которая живет в семье купца и не знает о том, что она не родная ему, значит, этой семье дочь, и мечтает о том, как бы она стала принцессой, но, как бывает в сказке, об этом мечтают многие дети, о том, что на самом-то деле их папа и мама – это совсем другие люди, вот они их никогда не наказывали бы, и никогда бы их не ругали ни за какие провинности. И на следующее утро, как пишет Пицторна, благополучно забывают обо всех своих мечтах, конечно же, обиды проходят, и дети растут дальше. Но сказка на то и сказка, что однажды все сбывается. И Полисена узнает, что она действительно подкидыш, что ей действительно можно найти своих родителей, если она разгадает тайну. Тайна эта заключена в этом сундучке. Большего я рассказывать о сюжете не хочу, потому что дальше вы прочитаете сами, но я хочу сказать, что это, еще раз повторюсь, удивительная сказка. Здесь есть средневековье, которое простирается как бы до 19 века, условный такой 19 век. Есть королевство. Для итальянского читателя немножко это привычнее, поскольку у нас это все на шаг дальше от нас отстоит. А у них были герцоги, короли, и разрозненная была, раздробленная Италия очень долго, до 19 века. И они могли вполне проникнуться вот этим вот маленьким государством, да, духом этого маленького государства, которое описывается в книге. Но вернемся к самой сказке. Там уж если есть бродячий цирк, то его встречает, скажем так, в минуту кризиса главная героиня. Ей рассказывают о том, что да, замечательно, вот есть собака, есть петух, есть, значит, другие цирковые животные, обезьянка, они все выступают, о них заботится маленькая девочка-циркачка. А вот ездила она с таким старым таким вот циркачом, содержавшим всю труппу, да, вот, и этот дед наконец-то помер. Резануло слух, да? Да, действительно, потому что он не просто гастролировал, скажем так, со своим цирком, которому так радовались детишки, но и, в общем, тиранил бедных животных, в общем-то, колотил их, и девочку тоже регулярно, и держал, морил их голодом, а всю выручку пропивал в ближайшем кабаке.
какой-то несказочный бродячий цирк, правильно? Не бременские музыканты. И вот так вся сказка. Не просто какое-то очернение, я не это имею в виду, а абсолютный реализм поведения несказочного и психологии персонажей. Потому что, когда вы обратите внимание на интригу внутри королевского дворца, вы по достоинству оцените, как ведут себя герои. С одной стороны, все от первой до последней страницы пропущено сквозь призму рассказа главной героини. Рассказывает как бы не она, не от первого лица, но мы понимаем, что все это излагается очень-очень романтичными, такими очень специфичными образами маленькой девочки, которая половину наверняка нафантазировала. Но при этом она описывает как бы реальные события. Поэтому во дворце в некоторых его местах не очень хорошо пахнет. Поэтому главным героям время от времени нужно как следует помыться с мылом. Поэтому бродячих животных нужно кормить. И цирк, который путешествует со своим фургоном, требует большой заботы. Это огромное хлопотное дело. Поэтому, в общем, очень много поэтому в этой книге. И когда вы прочитаете ее до самого конца, вы поймете, что вся эта сказка и развязка ее, это словно история, реальная история. Да, действительно, в жизни случаются и более невероятные совпадения, чем история подкидыша. Да? Это история, просто рассказанная с огромной любовью к людям, с огромным вниманием и уважением к маленьким детям. И это та сказка, та условная королевская, да, вот эта история о подкидыше, которая лучше всего подходит иллюстрации Квентина Блейка. Самокат продолжает нас радовать этими иллюстрациями. Они просто не просто раскрывают характеры персонажей, да, и все мизансцены, которые происходят, но они еще очень выразительны, они еще очень здорово передают фактуру. Вот ту самую сказочность, которая совсем не сказочная. Я не знаю, убедил ли я вас прочитать книгу, но если вы начали знакомство с творчеством Питсторна, с «Послушай мое сердце», то я уверен, что вы схватитесь за Полесьену Поросилова, ну и, в общем, не разочаруетесь. Хотя история здесь совершенно другая, но почерк у автора тот же самый. Особенно радуют письма. Как всегда, то, что рассказано языком героинь, это, ну, отдельное наслаждение. Читайте, наслаждайтесь. Бьянка Питсторна, «Удивительное путешествие Полесьены Поросилова», иллюстрации Квентина Блейка, издательский дом «Самокат». Спасибо за внимание.